Это досадно. Иногда я действительно счастлив, но сейчас недоволен. Позже, когда вы увидите, что он шутит, вы, ребята, подойдите к нему. И громко скажите, ты думаешь, это смешно? Что-то вроде этого. Бантаны готовят сюрприз Чонгуку. Хорошо, это будет весело. Вы должны все это заснять. Да, точно. Как мы это заснимем? Это будет слишком смешно. Это Куки-день. Где же Куки-день? Поступает сообщение от фанатов. Спасибо вам. Чонгук, в центре тебе нужно делать все правильней. Скоро начнется вечеринка-сюрприз. Менеджер собрал мемберов согласно плану. Я ведь был сосредоточен на центральной точке. Не расслабляйся только потому, что у тебя день рождения. Почему ты такой? В чем проблема, Чонгук? Я был сосредоточен на центральной точке. И? И среди танцоров я был немного слева. Ты что, только два раза практиковал танец? Что ты теперь собираешься делать? Чонгук, ты думаешь, что ты только один хорош во всем, а все остальные нет? Тогда почему ты себя так ведешь? Извините. Ладно, просто делай это хорошо. Чонгук. Да. Ты злишься, потому что мы не поздравили тебя с днем рождения? Нет-нет. Ты ошибался и при этом все время шутил. Ты должен остановиться. Когда-то же надо остановиться. Может, я сделал тебе что-то не так, как лидер? Ты же обычно хорошо справляешься. Пора на съемки. Может, мне двигаться чуть вправо? Да, немного. Он плачет. Почему ты плачешь? Почему ты плачешь? Наш Чонгуки. Обычно он не совершает ошибок, за что мы его и любим. Чонгук, прости меня, с днем рождения. Спасибо, что родился на свет. О чем ты сейчас думаешь? Извини. Пусть режиссер Ним тоже... Режиссер Ним, быстро извиняйтесь. Это было отлично. Действительно круто. С днем рождения! Ты в порядке? Это все игра. Я думал, все по-настоящему. Режиссер Ним тоже притворялся. Чонгуки, спасибо тебе за твои слезы. Мы действительно старались играть правдоподобно. Удивительно, они так хорошо сыграли.
Пожалуй, слишком реально. Я ведь все воспринимаю слишком всерьез. Кажется, у меня небольшой нервный срыв. Я ведь правильно двигался. Досадно. Но все равно все хорошо. Сегодня был лучший мой день рождения. Это был 17-й мой день рождения. И самый счастливый.